Так, мы только что сделали чекаут из нашего собственного репозитория вот в эту папку с помощью WebStorm, и теперь здесь будем устанавливать зависимости grant CLI, Bower и Yo. Открываем GitBash. Используем статью, которую я оставлял в ссылке. И вот установим все необходимые нам зависимости. Поехали. Проверяем каждую из версий. Делаем bower минус минус version. Делаем grant минус минус version. И наконец-то делаем yo минус минус version. Все установилось.